Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. В последней серии мы убили Пенетратора, зачистили мир 1.3, надо сказать, это было просто элементарно вообще, настолько легко его... А, вот, смотри, Бьор. Настолько легко мы его вынесли с помощью вот этого как раз персонажа. Вернее, вынес того босса он, мне даже драться особо не пришлось. Это хорошо, на мой взгляд. Ты хочешь противостоять королю? Может, ты хороший охотник демонов? Но боюсь, что ты не готов. Король защищает черными душами великих воинов и огнедышащих драконов. Даже меня победили. Так я и закончил в этом подземелье. Опасайся предела своей силы. Мудрые слова внезапно от такого здоровяка. Так, а острова у нас где-то тусует, похоже, все на 1.3, огребается ото всех. И знаете, что я думаю? Сейчас я маленько полегче себе броню сделаю. То есть я возьму курточку кожаную. Так, вот это вот. Возьму перчаточки кожаные и возьму штанишки кожаные. You have a heart. Потому что они дают мне неплохую подвижность. Мне это нравится. И у них, кроме того, сопротивление яда, я смотрю, хорошее. Так, ну шляпа, конечно, тут глупо выглядит, но она мне нравится, я ее буду носить. Так, ладно. Так, теперь мы сложим тяжелую броню сюда. Вот так вот. You have a heart of gold. И пойдем в Плагуй Таун. Так, этот мир у нас зачищен. Осталось 1.4, но это мы в самую последнюю очередь будем проходить. Этот мир у нас зачищен полностью. Здесь у нас тоже все полностью зачищено. Осталось на самый верх сходить. Но туда что-то пока нас не пускают. То есть пускают, но там слишком сложно. Остался 4.2, который я просто не понимаю пока как проходить. Эти скаты меня разбирают, они меня бесят просто. Блин, это невозможно. И вот этот мир, который мы вообще за него еще не брались даже. Давайте. Ну, то есть мы брались один раз, но тогда я был уставший, и вообще как никакого толка не было от того прохождения. И под конец я тупо упал. Вот. Ну, теперь у нас огненное оружие. Я думаю, оно нам очень пригодится на этом уровне, потому что все гнилое какое-то. Я думаю, огонь будет действовать очень хорошо на них. Вот. Блин, я до последнего момента оттягивал этот момент, когда мы пойдем в Плагуй Таун, в Чумной Город. Потому что здесь так пакостно. Но когда-то это должно было произойти. Давайте потихоньку, помаленьку. Так, секунду. Я проверил, пишется ли голос. А то что-то я в последнее время забывать начал про такие вещи. Совсем рассеянный стал, старее. Кто там дышит? Что-то отпарировал я как-то криво, но ладно. Так, что пишут? Осторожно, осторожно. Тут кругом нужно быть осторожным. Тут шаг влево, шаг вправо, и все, падаешь вниз. Ой, как тут все сыро, пакостно. Представьте, какие гнилые запахи тут идут от этих вот дохлых собак, что ли, или что это такое. Опасайся. А, ну вон, да, опасаюсь. Ёлки, как тут... Блин, я даже не помню эту локацию, настолько уставший, как я в прошлый раз сыграл. Сегодня я свеженький, сегодня все хорошо. У меня тоже огненное оружие. Живой, что ли? А здесь, как я понимаю, основные проблемы будут не в врагах, а именно в окружении. Блин, напугал меня этот призрак. А, скотина.
Ладно, щит все-таки пригодится, я думаю. Вообще не понимаю, куда тут можно идти, куда нельзя. Morningstar, отлично. Только я не думаю, что она мне пригодится. Так, как ты умер? Непонятно. Тут вроде и нет никого. А, сверху, возможно, спрыгнули к нему. Кто-то убился, дал целых 13 душ. Пардон. Блин, вот еще чуть-чуть бы прокачать Dragon Sword свой. И тогда с одного удара буду их глушить. Так, ладно, аккуратно, не спешить главное. Главное не спешить. А что, у меня 25 стрел только осталось? Япона мать. Это плохо. Ладно, справимся. Будем экономить. Я настолько привык играть в Dark Souls, Demon's Souls с душами, что без них себя просто уже не представляю. У меня со всеми сильными врагами тактика сначала их сагрить, а потом уже потихоньку, помаленьку щипать. Ой, блин, ты откуда взялся тут? За углом стоял. Прикинь. Так, это я не возьму, похоже, да? Надо было откуда-то сверху спрыгивать. Ну хорошо, ладно. Ой, как-то все мерзко. Такие все чахоточные какие-то, туберкулезные такие. Шо? Так, что пишет-то? Осторожно. Но тут кругом осторожно надо быть. Расслабишься на секунду и все. И тут, по-моему, засада была, сверху откуда-то на меня упал. Ждет с моей собакой. Так, где он? Откуда он тут брался-то? Тихо, ребят, тихо, без нервов. Все пройдет, все перемелится. Что же вы прям так? Фу, ладно, нормально. В этот раз я гораздо более уверен тут иду. Как бы не сглазить. А, вот это хреновое место. Сейчас там внизу такой гадюшник будет, что хоть стой, хоть падай. Ну, как говорится, погнали. Так, все, обезопасил зону высадки. Теперь можно продвигаться. А, здесь лестница есть? Ну ладно. А у меня, по-моему, кольцо какое-то есть, сопротивление яду. Или нет? Я просто представляю сюда прийти человеку неподготовленному, который играет первый раз в Demon's Souls. Кто-то улетел и не умер. И просто не представляет, как тут что работает. Я-то тут уже маленько освоился, более-менее.
Это у человека паника просто, он не поймет, куда идти, что делать, его будут убивать, он будет падать, и он бросит эту игру и скажет, игра говно. Блин, ну вот эти крабики на стенах, это, конечно, капец. Как пакостно. Но это не крабики, по-моему, даже, а клещи какие-то. Крабики-то прикольные. Обожаю крабовое мясо. Блин, аж жрать захотелось. Да? А, зажали. Ой, зажали. Не на того напали. Лучшие герои. Или тут он сверху откуда-то падал. Где-то помню, засада была. Вот где? Кто-то убился. Ой, 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 не надо меня сталкивать. Прикиньте, так размахался, да, мечом и перерубил тросы, и мостик полетел. Вот это было бы печально. Так, вот эти гадости, я их и забыл, что они тут есть. Вот это вот самая настоящая пакость. Хорошо, что у меня огненное оружие. И отступаем, чтобы они нас не заразили. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Здесь полоски, похоже, нет, который бы указывал на степень заражения. Но Bloodstained здесь, конечно, так, туда я ходил. Можно сюда сразу идти. Посмотри, какая пакость. Это даже хуже тех двух косток. Представьте так вот, ночью домой заходите, да? Дверь открываете, а там на полу вот такая хрень лежит. Такая. Я бы натурально кони двинул. Так, тут у нас торговку, которую я купил. Фламберг. Ой, нет, не фламберг, а... оружие, короче. Алебарда. Который так и не пользуюсь. Так, у тебя стрелы есть? Какие-то разлагающиеся стрелы. Что они делают? Зараженные. Ну ладно, не буду брать. Тут и так все зараженное. Зачем мне еще кого-то заражать? Ой-ой-ой-ой-ой. Крыски. Сейчас из вас человечность полезет, да? О, отлично. Так, давай быстрее. Все умерли? Быстро поднимаемся наверх, повыше, чтобы пока мы сейчас будем шариться, нас никто не рубанул, и будем разбираться. Блин, что у нас лечит? Что у нас лечит чуму? О, не в ту сторону пошел еще. Вот, у меня их три штуки всего. Хорошо, так, тетя, ты продаешь, кстати говоря? Какая называется? Widow's Lotus. Please. Ага, 2000 штука. Ну. Так. Сейчас я вернусь, тетя. Так. Да, блин, проще так будет быстрее. Я думаю, хватит нам этих денег, чтобы затариться лотосом. Штук 10 хотя бы, чтобы было. Please.
Так, Widow's Lotus. Даже больше, чем 13. Ну, пойдет. Finished all. My little one is a growing. Так, хорошо. Опять я забываю управление, это меня печалит. Так, Widow's Lotus. Тут я еще не был. Ой, налево или направо? А ты кто такой? А, ну, ты вроде такой же, да? Тихо. Ты один там? Силен. Ой, ты здоровый ты какой, оказывается. Тихо. Ладно, не... Тихо-тихо, только, блин. Только не столкни меня. Фу, а так, в принципе, жить можно. Опасайся падения, пишет. Камень зато за него дали. Так, давайте-ка, кстати, копье. Ой, копье, говорю. Че кольца копьями называю сегодня? Посмотрим, нет ли у нас кольца какого-нибудь помогающего против... нет, по-моему, нет ничего. Сопротивление яду есть. Кровотечению. А вот чуме нет. Так, ну яд пока не сказать, что сильно себя проявляет, но я думаю, в будущем это тут поможет. А вот эти парни, если с ним вот на этом мостике драться, то это, конечно, кошмар. А так справиться можно. Ой, сколько вас тут. О-о-о. Целый выводок. О-о-о. Засада. О-о-о, ребята, спокойно. Фу, сколько у вас тут было? Штук 7, наверное, где-то. Блин, мне все меньше и меньше нравится эта локация. Но как-то, я не знаю, я уже на том уровне, когда уже можно переставать... О, пиявки. Ой. Когда переставать можно бояться ее, но, блин, насколько же это... Передавить всех охота. Кедрини фини. Вот она, самая пакость. Самая пакость. Какой у меня уровень, кстати говоря? Сейчас опять скажут, что перекачался Артур. Как можно перекачаться в РПГ? Тут, по-моему, прокачка для того и нужна, чтобы сильнее становиться. Блин. Так, а там это здоровяк один, по-моему, я слышал, да? А вон он стоит прям. Да, стрел бы мне тут побольше. Все было бы гораздо проще. У нас еще в ту сторону ответвление было. Не стоило ли мне туда пойти? Так, амбал. Шел бы ты сюда, а? Так, не попаду. Попал. Тихо. Хорош. Ты посмотри, что на стенах. Это же просто капец, блин. Я не могу сказать, что я какой-то, блин, очень уж вот на всю эту вещь внимание обращающий.
Всю эту мерзость. Но тут натурально перебор, блин, но тут кругом это... Пиявки, клопы, клещи. Я еще и застрял. Так, ладно. Трава, это хорошо. Блин, что ж ты застреваешь-то тут во всем? Как ты умер? За тобой, наверное, здоровяк погнался, а ты сюда упал, да? Ладно, непонятно. Так, ну там вроде... Босс. Чё, я не запомню, какого цвета... О-о-о. Я думаю, я с ним справлюсь. Не буду загадывать, конечно, но... вроде говорили, что босс в этой игре не... То есть в этой локации не боссы самые страшные, а именно окружение. Деремся с огромной пиявкой. Круто. Прям к нему. Отлично. Понял. Они не перестанут меня жрать? Потихоньку кусают все равно. Так, и что с тобой делать? Он по-быстрому прибавляет все это. И все, что ли? Так, надо быстрее. Быстрее надо. Да не, элементарно. Да. Все ровно так, как и говорили. Босс на этой локации, ну, просто элементарный был. Фу, ну, отвратительный, как все. Вообще, комментарии читать, конечно, дело неблагодарное. Там постоянно расписывают, где сложно, где легко. Вот я заранее знал, что пенетратор, скажем, тот же, он... его очень сложно убить. Потому что мне написали про это. Но вот про это мне написали, что он буквально в 71 раза проходится. Поэтому я как-то к нему особо так... без пиетета относился. Какое я умное слово вспомнил. Так, ну камень я трогать не буду. Зачем мне? В Nexus сейчас идти особо смысла нет. Там, конечно, еще развилка в другую сторону была. А, но нужно ли мне туда? Дубина такая у меня уже есть. Че еще я тут не собрал? Сакерстоун. Атакуй. Ну, это самая лучшая тактика против него, конечно, была. Что за боссы пошли? Так, ну все, пойдем на 5-2. Надеюсь, здесь будет посложнее.
Так, не ходи без... А, без Royal Lotus. А у меня Widow Lotus. Так, Royal Lotus, он... Что он делает? Против яда, по-моему. Да-да-да. Угу. Так, значит... Значит, так тогда. Защита против яда 504. Я думаю, этого мне хватит. И кто тут такой ядовитый? Или здесь... Да не застревайте на ровном месте. Или здесь как в Блайт Тауне, сама вода будет отравлять. Ну ладно. Кстати, говорили про того, помните, после людоедов, который был в мире 3.3 уже, получается, с тюрбаном на голове, когда я говорил, что он легкий, написали, что он легкий, только если в него... это уникальный босс, короче, в него... Может селиться игрок в роли темного фантома. Офигеть, мушкары. И тогда этот бой становится крайне сложным. Он, кроме того, может учиться. Офигеть, да блин, куда я попал? Может лечиться. То есть дерешься живым игроком вместо босса на 3-3. Так, мне спадать, я так понимаю, не нужно. Блин, какая огромная локация. Я попал, похоже. Я воскресился, кстати, так что сейчас можем тенденцию нарушить. Ну да ладно. Дорожки все хуже и хуже. Врагов пока не видать вроде. Ага. Так, ну пошел ты к нему. О, он что, такой сильный, что ли? Да не, нормально. Так, если я в ней сейчас прыгну, я убьюсь, нет? Блин, снизу уже кто-то там шарится. Чего только нет. Так, он сможет сюда подняться? Вроде нет. Так, давайте тогда. Блин. Ладно, ушла. Вообще мне, похоже, вниз туда нужно, да? Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Поп-коп, что ты делаешь? Так, понятно. Это, видимо, с той стороны как-то опустить надо. По-любому вниз, короче говоря. Лотус. Если вот тебя мы его поставим, пожалуй. Ой. Протухшая гнилая рыба. Звон от этого многочисленного... Короче, мошек тут сколько. Это все просто прекрасно. Так, ну что, пойдемте сходим за... блестяшками. Мне бы кольцо не помешало, как в Дарке, которое позволяет бегать в воде. У меня такое ощущение, что я сейчас стану... О, молоток какой. Что я заражусь сейчас.
Ну, вроде нет. Куда иду, вообще не представляю. Локация просто какая-то гигантских, циклопических размеров. Кольцо регенератора у меня есть такое. Так, я возвращаюсь назад. О, все, траванулся. Ну, вроде нормально. Это что за хрень там такая? Вот против них мне бы не помешали стрелы, но у меня их нет. Так, я, по-моему, поспешил с этим Royal Lotus, потому что здесь по воде придется обильно побегать. Со следующего врага ты получишь восстановительную какую-то вещицу. Траву, что ли? Ты чё? О-о-о. У него голова, да, сверху? Ну ладно, мрут на общих основаниях. Недолёт. Вы в воде только, медузы? Ой, ёлки-палки. Давай, иди сюда. Ну. До вас полно. О, лотос вас дает. Ну, это хорошо. Так, ладно, так можно весь день с ними драться. Куда дальше? Вон туда, похоже, да? Слабовато. Блин, вторым ударом не цепляет, очень плохо. Ух ты, смотри, прям подо мной появился. Драться с ними особого смысла я не вижу, за них душ вообще не дают. Но это уже какая-то новая степень пакостности. Рванулся, круто. Пока что лечиться не буду, наверное. А, кстати, вот вместо клин-ринга, пока давайте мы регенератор поставим, все равно я живой. Запариться, убавляться. Все равно, конечно, убавляется, но уже не так яро. Эффекта ноль, то же самое, так что лучше щитом бегать. Так, ладно, живем. Блин, мне что-то не очень нравится эта локация. И надо стрел купить по-любому. Вон там что-то хорошее еще. Блин, куда идти, я вообще не представляю. Еще вот эти вот свечки, которые тут, огоньки, они отвлекают от всяких вещей. Как ты умер? Умерла. Магия пользовался, и ей прилетело. От кого прилетело, кстати, так сильно? Медузы эти вроде так не могут драться. Давайте мы туда сходим.
Сакерстон. Тихо. Это тот? Или что это такое? Показалось, что это тот здоровый. Ух ты. Блин, сколько оружия, а? Сейчас у меня перегруз будет просто. Все равно я для себя оружие уже нашел. Менять его зачем? Dark Moongrass. Что пишет? Опасайся темного фантома. Отлично. Где он? Вот тут с ним драться будет вообще просто шикарно. Crescent Moongrass. Идет. Охренеть, ты кто такой? Я вас не звал. Ты посмотри, какой подвижный. У него тесак-то. Плавали, знаем. Что, нравится? Давай, до свидания. Фу, это было просто. А, хорошо. Так, теперь другой вопрос. Куда идти? Я уже не помню, откуда я пришел, с какой стороны. Сломанный меч, спасибо. Это очень ценная вещь, похоже. Пойду сюда. Бладстейн чей-то. Ладно, я сейчас траванусь еще. Давайте по-быстрому. Еще Бладстейн. Похоже, этот фантом тут многих нарезал. Если вот именно с ним встретишься в воде, похоже, вот это будет дело. Кольцо кота. Так, показалось, нет? Вроде показалось. Что за кольцо кота? Уменьшает повреждения от падений. Полезная штука, но здесь падать особо неоткуда. Туда пойдем, что ли? По огонькам пока идем. О, а там уже и дверь. Терпентайн, мне он не сильно нужен, мне и так на оружие огонь. Сакерстоун. Пока не знаю для чего, он ни разу вроде как не пригодился. Ни одна прокачка оружия не просила его. Так. Чистый Сакерстоун. Пройти не могу. Так, давайте на твердую землю куда-нибудь. Ну, траванулся. Так, куда дальше? Вообще не представляю. Ох, елки. Вот это нехорошо. Очень нехорошо. Этих-то я не боюсь, не подумайте. А вот то, что там здоровый. Вот это плоховато. Давай сюда.
Так, вот с тобой сейчас будет довольно интересно, я так понимаю. И вас еще не хватало. Ой, как хорошо, когда не уставший играешь. Реакция молниеносная прям. Поражаю себе. И, как вы знаете, понты до добра не наводят. Сейчас я гребу. Так, ну, это было красиво, согласитесь. Хорошо я его уработал. Так, ладно. Royal Lotus, отлично. Душа героя. Так, по времени, в принципе, пора бы серию прекратить. Но давайте пока двигаемся к той блестяшке. Мне понравилась эта локация, она какая-то вот натурально open world такая. А где у нас там дверь-то была за пеленой? Где-то вот тут за поворотом, по-моему, нет? Явно нет. Так, тут я приколюху убрал. Понятно. Я заблудился опять. Фу, так, ладно. Давайте, знаете, на самом деле на этом прекратим эту серию. И в следующий пойдем к той пелене, которую я все-таки нашел, где-то она вон там светится. Могу сказать, что эта локация мне очень нравится, несмотря на ее отвратительность. Нравится она мне по большей части тем, что мне здесь жить легко. И после всей той боли, которую мне пришлось пережить при прохождении данной игры, натурально отдушен. Так ты заденешь меня, нет? Вроде нет. А второй? Тоже нет. Ладно, я в безопасности. Короче говоря, ладно. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии двинемся дальше. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.